Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор вещей Faberlic с последнего заказа, заказа по 17-му каталогу. Там будут относительные новинки и не новинки. Итак, поехали. Давайте начнем с водолазки. Артикулы я вам буду подписывать тогда здесь. Вот она на мне, которая из прошлого заказа, да, размер XXL. Мне хотелось немножко другой цвет, но этот мне тоже очень нравится. Да, действительно, как девочки писали в Телеграм, она невероятно комфортная к телу. Она тоненькая. То есть, если на какую-то прям теплую куртку, то нормально на зиму. А так она тоненькая. Но она очень приятная, просто великолепная. Мой рост 1,69 м где-то. Вот так. Давно не мерилась, но, я думаю, не выросла. Объемы, грудь 113, 112, талия 90, 89, и бедра тоже, как грудь, где-то у меня 113, 112 прыгают. Вот, поэтому показываю вам, как смотрится размер XXL, чтобы вы знали параметры. Рукав, он нормальный. Нормальный и свободный. То есть он вот такой вот. А на мой рост он нормальный. Все отлично. Горлышко очень свободное, тоже с ним можно поиграться. Можно вот так, можно сделать плотненько, побольше подвернуть. И оно будет уже вот так вот плотненько, свободное, как писали. Да, я тоже больше люблю такое горло. Оно смотрится гораздо лучше. Как в каталоге показано, можно вот как-то вот так обыграть его. В общем, кому как нравится. Супер. Так, показываюсь в полный рост. Она достаточно длинная. То есть все нормально. В этом плане свободненькая, легенькая такая, летящая. Очень-очень-очень комфортная. Летящая, свободная такая, классно. Не пожалела, что взяла, вообще водолазочка супер. Мягкая-мягкая-мягкая ткань. И цвет вам камера передает верно. Он такой вот кофе с молоком, да. Он и не бежевый, и не рыжий, и не коричневый. Красивый такой универсальный цвет. Мне очень в целом нравится. Вот такая водолазочка. Так, дальше у нас с вами выход Ксюши будет, но перед этим я покажу вам все вещи поближе. Как выглядят тапочки поближе. Правда, почему-то камера делает вам их такими сероватыми. Нет, они коричневые. Здесь у нас получается наклейка или нет? Нашивочка такая какая-то. Или как наклейка. В общем, они такие блестящие. Ушки пришиты. В целом вот так. Тут у нас с вами прям мех Лава Лимона. Прям мягенький, пушистый внутри. И подошва, и вверху. А здесь более гладенькие. Уже пластилин у нас Крис прилепила. 38-39. Подошва вот такая вот толстая. То есть прям вот толстенькая. Хорошенький, очень мягенький. Прям супер-супер-супер. Прям классная. Вот это все цельнокройное. Пяточка. Вот на пяточке получается шов. Но видите, вот с размером опять. Я думала, что они как малиновые будут огромные. Они вообще широкие. Если нога широкая, то ну как бы не бойтесь. Но малиновый мне на размер больше, наверное, 39-40 или 40-41. Они были очень сильно велики. А эти все-таки пятка у меня прям вот тут вот в упор. Поэтому да, это тапки Ксюшина. Я себе такие же закажу побольше. Если будут на сайте. Прикольные, да. Так, носки. Вот носочки, тоже поближе вам их показываю, как они выглядят. Они очень мягкие, они вообще не колятся, они просто потрясающие, в них очень тепло. Вот прям очень-очень. Действительно шерсть, действительно теплая, прям вообще изумительная. Они с изнанки такие же, как и снаружи. Вот такая вот вязочка, очень рекомендую, носки суперские. Так, и термобелье, на Ксюш пока одевай носочки. Термобелье вам делает ярче камера. Это фуксия, а не розовый цвет. Вот, смотрите, про что я говорила, как начесик такой внутри. Мягенький-мягенький. Прям строчечки все ровные, все замечательно, все отлично. Горловина хорошо прошита. Очень мягкая внутри вот эта вот ткань. Вообще замечательная. Здесь у нас в основном, по-моему, в составе вискозы, да? Вот, и штанишки точно так же абсолютно исполнены. Внутри такая же мягкая ткань. Этикеточка спереди по уходу у нас с вами. Так как нам это белье можно стирать? Сейчас, секунду. Я знаю, многие девочки у меня в Телеграм и мои, из моей структуры просили отзыв на термобелье. Отбили, понятно, 30 машин, особо деликатная. 30, до 30, в общем, на деликатной стирке. А, без отжима. Ну, деликатная стирка, не сушить в барабане. Ну, понятно, то все сваляется, и уже эффект от термобелья будет ноль.
Так, а я носки ношу. Сейчас я вам покажу, как я их таскаю по дому и на улицу. Они на самом деле длинные. Я подворачиваю и вот так по дому таскаю. Теплышко хорошо. А вообще они очень длинные даже мне. То есть, когда на улицу, то есть они почти мне до колена доходят. Да, представляете, какие они. А вот так я могу их таскать по дому. С подворотом. Вот так. Вот, классненько, супер теплышко. Собственно говоря, водолазка тоже показываю вам ее поближе. Какая здесь вязка. Видите? Вот такая вязка, то есть она тоненькая. Она тоненькая, но она очень мягкая. Вот. Совсем такая тоненькая, видите? Но очень комфортная и мягкая. Прям вот лучшая из всех водолазок, что я брала в Faberlic. Горлышко двойное. Если как бы сама она одинарная, горло у нас получается двойное. Оно прям тепленькое такое, хорошенькое. Ксюшки термокостюм, правда, теперь его камера делает красным. Никогда не показывает фуксию. Но это в обзоре заказа вроде показывал. А 152-158 нам хорошо. У нас рост где-то сейчас, ну, под 1,50 м. А, давно тоже не измерялись. Рукавчик хорошо. Есть запасик небольшой, отличненько. И в штанишках небольшой есть запасик. И в носочках, Ксюшка, в теплых, тоже подвернутых. Если ей их развернуть, по колено будут. Вообще огонь. Но покрутись нам, красотка. Я думаю, вот так вот. Попу, кстати, скрывает. Ну-ка, задом еще повернись. Попочку скрывает, да. Кофточка вообще здорово, отлично. Будет на тренировках тепло. Тебе нравится? К телу прилегает. И говорю, вот если бы еще горлышко было бы у этих кофточек, вообще было бы классно. Вот с цветом камера вообще не знает, что делает. Что хочет, то и делает. Нравится? Мягенький? Теплый. Теплый, прям уже жарко даже. Но я представляю, ну красота. Тут ржем. Ну ладно, котят, да, дай показать, что носки высокие. Такие же болидовые, как у меня, идут такие вот высокие. Просто огнище. Тапочки давай покажем, как тебе. У Ксюшки 35 размер. И ей хорошо, повернись боком. Немножко вот есть запасик. Вот ногу продвинь сюда побольше. Вот, крючком, ну вот, максимум, да, она придвинула. Так, если не придвигать, небольшой запасик. В общем, она у меня их отжала, будет ходить на вырост, скажем так. Тапочки классные, тебе очень нравятся, да? Да. По поводу носочков еще. Ксюша решила их все-таки забрать себе. Она их натянула, они ей налезли. Они тянутся очень хорошо. Вот она их уже раскрасила. И написала здесь Ксюша, чтобы у нее их не забрали, видимо. Видите, Ксюша местами раскрасила, будет раскрашивать. Маркеров, кстати, хватает надолго. Такие вот они симпатичные. Вот нравится ребенку, да? Крестюшке говорит, не отдам. Внутри тут, кстати, вот они не очень удобные, потому что все рисунки, они вышиты. Видите, нитки. Это нитки. Я такие носки вот не люблю, когда вышиты рисунки. Их не очень удобно одевать. Носить могут пальчики, ноготки цепляться вот за эти нитки. Ну, а как забава и как подарок ребенку, да, здорово. Ну и на этом все, мои хорошие. В следующих роликах будем с вами обозревать другие новиночки. Обо всем подробно буду рассказывать. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Ссылка для регистрации Faberlic, как всегда, под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем с вами общаться. Мы очень остались довольны всеми вещами. Прям очень удачный заказ. Всех люблю, целую, всем пока-пока.